Что ж, как же нам все это воспринимать? Что-то из того, о чем я буду говорить далее, может быть применимо к этому первому взгляду, который мы назвали с вами философским материализмом. Но как же нам следует воспринимать этот холистический подход? Я думаю, здесь необходимо подчеркнуть несколько моментов, но за неимением времени мы обсудим самые важные. Вот что касается вот этой границы, скажем, либо вы воспринимаете человека онтологически, либо вы воспринимаете его в контексте взаимоотношений. Я бы сказал о том, что проводить вот такую границу и такое разделение нецелесообразно. И что же я имею в виду? Я думаю, вполне очевидно для всех нас, что библейские авторы не ставили перед собой цели оставить для своих читателей научный или философский трактат, который бы во всех подробностях раскрывал устроение человеческой природы, не пытаясь дать нам онтологическое или аналитическое, если вам нравится этот термин больше, устроение природы человека. Но это не означает, это еще не доказывает, что в то время, когда они писали о человеке, о природе человека, они сказали ничего, чтобы каким-либо образом относилось к онтологии. Что ж, если вы просто скажете, что термины, которые используются в Библии, они используются взаимозаменяемо, они имеют разные значения в разных текстах Писания, поэтому стоит опустить руки и сказать, но мы понять ничего не можем, и никаких онтологических выводов сделать не в состоянии. Но если вы вернетесь к значениям слов и внимательно их просмотрите, а потом уже будете заниматься экзегезой библейских текстов, то я полагаю, что вы сможете прийти к каким-то выводам. Говорю ли я при этом, что Библия ничего не говорит о человеке и его способности строить взаимоотношения? Нет, нет, нет. Несомненно, Библия преподносит человека способным строить отношения, отношения с Богом, отношения с другими людьми, отношения с сотворенным миром. И вот то, что предлагают сторонники реляционного холизма, это то, чему мы должны отнестись со всей серьезностью, так как это то, что Писание говорит о природе человека. Но вопрос вот в чем. Все ли это, что Писание говорит о природе человека, и что никаких иных выводов сделать нельзя? Вот сторонники этого взгляда говорят, да, Библия говорит только это и все. Но я бы осмелился с ними не согласиться. И позвольте мне объяснить, почему. Я не буду рассматривать с вами все тексты Писания, чтобы вам это показать. Я лишь выберу несколько текстов Писания. И затем мы придем к некому выводу на основании этих текстов Писания. И вот все эти тексты Писания, которые я сейчас упомяну и на которые я обращу ваше внимание, хоть и не напрямую отвечают на вопрос об онтологическом устройстве природы человека, тем не менее они раскрывают нам онтологическую истину об устройстве человека. Они что-то говорят, на основании чего можно судить о человеческой онтологии, хотя понятно, что говорят они не все. Итак, о каких же текстах Писания я веду речь? Что ж, к примеру, мы с вами говорили о том, что Бримзи заявил, что нельзя утверждать, что душа бессмертна. Все, что мы можем говорить на основании Писания, это то, что тела будут воскрешены, при этом не углубляясь в онтологию природы человека. Но вот представьте,
Если Бримзи прав, если Лэд и Биркауэр также правы, что говорить о природе человека мы можем только лишь в контексте взаимоотношений, и мы не можем делать онтологические выводы, то как тогда толковать тексты Священного Писания, которые показывают нам, что люди умирают, и затем эти люди испытывают муки, оказываясь в аду после своей смерти. И также у нас есть тексты, записанные в Библии, которые говорят о том, что в последние дни, к примеру, 20 глава книги Откровения, с 11 стиха по 15, там говорится о воскрешении мертвых, и затем будет суд. Но почему необходимо воскрешение мертвых? Если есть тексты Писания, которые говорят о мучении до воскрешения, и затем речь идет о воскрешении, то речь не идет о нематериальной части, которая будет воскрешена. И речь идет не о физической материальной составляющей, которая будет мучима в аду до того, как предстанет у Великого Белого Престола и воскресения. И вот те, кто будут осуждены у Великого Белого Престола, будут брошены в озеро Огненное, где будут испытывать муки веки вечные. Но если в озеро Огненное будет брошено только материальная составляющая, физическое тело, то что это тогда за муки? И почему тогда необходимо воскрешение тела, если нет такого понятия, как бессмертная душа? И я могу заверить вас, что те тексты Писания, которые говорят о страданиях людей в аду до последнего воскресения, и те тексты, которые говорят о воскресении нечестивых, и что они после этого будут брошены в озеро Огненное. Я могу заверить вас, что цель этих текстов не в том, чтобы раскрыть какую-то онтологическую истину. Но означает ли это, что на основании этих текстов мы вообще ничего не можем сказать онтологически о природе человека? Ведь если бы они совсем ничего не говорили онтологически, вот все эти тексты, то почему бы тогда во всем Писании не ограничиться следующим заявлением, что те, кто непослушны Богу, будут страдать, и все, и этим ограничиться? Вот вспомните хотя бы притчу, если это притча, о богаче и Лазаре. Вот богач оказывается в месте мучений, но не его тело. Вот в чем суть всего этого? И для чего было написано то, что вот из того места, где он находится, он не может перейти туда, где остались его родные, и предупредить их, чтобы они не совершили ту ошибку, которую он совершил? Для чего это было написано? Если на основании этого ничего нельзя сказать онтологически о природе человека, почему бы просто не сказать, что те, кто не имеют взаимоотношений с Богом, будут мучиться вечно? И зачем тогда писать о том, что тела будут воскрешены, чтобы предстать у Великого Белого Престола? Почему бы просто не написать, что те люди, которые не имеют взаимоотношений с Богом, они будут страдать и страдать вечно? Если вы зададитесь вопросом, а справедливо ли это со стороны Бога так поступать, то можно сказать о том, что будет суд у Великого Белого Престола, на котором они будут осуждены. Тогда бы можно было бы избежать всех упоминаний каких-то конкретных частей человеческой природы. Зачем тогда в Писании говорится о всем этом?
Они написаны так, как я только что предложил, как могло бы быть написано. И тот факт, что написано в Библии так, как написано, предполагает, что хоть эти тексты и не учат напрямую онтологии, они могут быть использованы для того, чтобы сформулировать на основании этих текстов онтологию природы человека. Но это не единственный проблемный текст. Вот как насчет тех текстов, которые говорят о том, что произойдет с верующими после их смерти? Вот, к примеру, второе послание Коринфянам, 5 глава, стихи 6 и 8, где Павел пишет о том, что, выдворяясь или выходя из тела, мы оказываемся в присутствии Господа. И я всецело согласен со сторонниками реляционного холизма в том, что цель этого текста не в том, чтобы раскрыть онтологическую истину во всех подробностях, не показать какие-то принципы, чтобы мы могли понять онтологию природы человека. Но если бы эти тексты не имели никакого онтологического значения, то я не понимаю, зачем тогда Павел пишет таким образом, потому что мы знаем, что происходит с телом верующего после того, как он умирает. Тело оказывается в могиле. Во время физической смерти не физическое тело выдворяется из тела. Что же тогда выдворяется из тела и выдворяется у Господа? Что-то, что явно не тело. И представляется, что на основании этого текста можно сделать какие-то онтологические предположения, нравится вам это или нет. Вы можете сказать, ну, Павел просто не мог написать об этом иначе. Конечно, он мог. Павел мог написать так: «Те, кто приняли Христа как своего Спасителя, спасаются не только на время своего земного странствования, но на вечно». И физическая смерть не прекращает, не останавливает жизнь верующего. Если мы Божьи дети, то мы остаемся Божьими детьми не только во время земной жизни, но и вечно. И вот сейчас мы имеем взаимоотношения с Богом, определенные взаимоотношения, но после физической смерти, причем сразу же, мы окажемся в Его присутствии. И, конечно, это оставляет открытым вопрос, что, собственно, окажется в Божьем присутствии, ведь тело после смерти оказывается в могиле. Но, тем не менее, таким образом мы пытаемся избежать каких-либо намеков на онтологическое устройство природы человека. Но ведь Павел так не писал. И вот вспомните, что Павел пишет о восхищении церкви в первом послании к Коринфянам 4 главе, начиная с 13 стиха и далее. И вот одна из причин, почему Павел вообще об этом написал, в том, что уже в первой церкви христиане начали физически умирать. А им говорили о том, что Христос придет опять. И они стали быстро понимать, что Иисус, может, и не вернется так быстро, как они предполагали. И вот некоторые христиане умерли, остались их родственники, тоже христиане, и они задаются вопросом, как же такое произошло? Ведь они ожидали, что Иисус вернется, когда они еще будут живы. А если так, что произойдет с теми, кто верил в Иисуса, но уже умер? И что же пишет Павел? Не переживайте о них. Когда придет время, и Господь Иисус вернется, те, кто уже умерли, воскреснут прежде, а затем уже будем восхищены мы, кто останется, и мы встретимся с ними на облаке. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным?
Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. И он не только говорит о том, что они воскреснут прежде, чем те, кто останутся в живых. В первом послании к Коринфянам в 15 главе он говорит о том, что нетленное должно заменить тленное, и бессмертное должно прийти на место смертного. И разве это не онтологическое заявление? Конечно, онтологическое. И есть разница между естественным телом и прославленным телом. И после смерти нет ни того, ни другого тела, поэтому необходимо воскресение. Конечно, физически что-то от человека остается, но это совсем не то, что было при его жизни. И затем Павел пишет о том, что когда мы будем восхищены и окажемся с Господом, то мы изменимся. У нас будут другие прославленные тела. И относится ли это к тем, кто останется в живых, когда Господь вернется? В таком ли мы состоянии будем восхищены? И вы знаете ответ. Мы даже на космическом корабле, в скафандре, в лучшем случае до Луны долетим. И вне земной атмосферы мы не сможем жить. Нам нужно что-то, какое-то изменение, чтобы оставаться в живых. Поэтому для того, чтобы водвориться у Господа, нам нужно измениться, говоря онтологически, чтобы мы могли быть там, в иной обстановке, в иных условиях. Поэтому идет речь об изменении, и разве это не онтологическое заявление? Вы скажете, но здесь не идет речь о том, из скольких частей состоит природа человека. Но вы помните, что говорят нам сторонники революционного холизма, что Библия совсем ничего не говорит об онтологии человека. Поэтому и они не говорят ничего, никто не должен ничего об этом говорить. А говорить можно лишь в контексте взаимоотношений. Что ж, почему тогда апостол Павел не пишет послание к филиппийцам, тем, кто переживал о восхищении церкви? Почему он просто не говорит им о том, что те, кто имеет взаимоотношения с Богом, будут вечно иметь взаимоотношения с Богом? И на этом не останавливается, ничего не добавляет. Но Павел не так написал. И написано им имеет онтологическое значение. Что ж, у нас время закончилось. Я благодарю вас за терпение, но все-таки хотел с вами в заключении рассмотреть еще один текст Священного Писания. Но на это потребуется какое-то время, поэтому мы начнем уже на следующей лекции. И затем мы с вами перейдем к обсуждению традиционного трихотомического взгляда на природу человека. А после этого рассмотрим и дихотомический взгляд. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.